Привет, друзья, с вами Варчик, и в этом видео я хочу вам рассказать, как я создавал аккаунт для того, чтобы играть на Европе, на европейских серверах в игру World of Tanks, вместо того, чтобы мучиться на серверах RU-кластера, на которых играть, честно говоря, в последнее время мне лично невыносимо. Не знаю, как вам, лично у меня такое мнение. Я решил попробовать что-нибудь новенькое и создал аккаунт на Европе. Поиграв 2 дня, у меня очень бодрые впечатления от игры. И там прям позитив и интерес играть. В принципе, вообще не бомбит. Я вам сейчас покажу, как я создавал аккаунт. Для начала нам нужно создать почту. Либо в Mail.ru. Создаем почту либо в Gmail, либо где вам нравится почту, создавайте. Та почта, которая была у меня для RU-кластера, она не подошла. Либо я что-то сделал неправильно, но она у меня почему-то не захотела при помощи этой почты авторизоваться. Поэтому я создал новую почту. После того, как я создал почту, заходим на сайт европейский Wargaming, а именно World of Tanks. Пишем вот EU и заходим на этот сайт. При входе на этот сайт нас могут попросить, не желаю ли я свалить назад на российский сайт, на worldoftanks.ru. Но мы нажимаем, здесь такие будут 2 квадратика, нажимаем, что мы хотим остаться здесь. Мы именно сюда для этого и пришли. Либо, если у вас не спросят это, то справа внизу тут есть выбор того региона, где вы хотите быть, на каком сайте какого региона. Выбираем Европа, английский, ну, либо если вас какой-то другой язык интересует, ну, мне ближе английский. Поэтому выбираем его, нажимаем кнопку Create Account. И после того, как мы нажали кнопку Create Account, справа вверху у нас появляется такое вот окошко. Опять же, проверяем, справа вверху есть всемирная карта, какой регион у нас сейчас. Потому что вас могут без спросу перекинуть на СНГ. Прошлый раз, когда я заходил, у меня так вот, хоп, когда я смотрел, как я буду записывать этот видос, я зашел, и меня на СНГ перекинуло, даже ничего не спросила, картошечка. Выбираем Европа английский, либо какой вы хотите там, турецкий, польский, итальянский. Если вы через Gmail создавали, это почта Google, вы можете нажать на эту кнопку, и у вас почта сама сюда подтянется, после того, как вы это подтвердите. В принципе, первая полоска, первое поле – это ваша почта. Второе – это ник в игре. Здесь ников в игре, в принципе, игроков меньше, поэтому можно более обширно выбрать себе, подобрать ник. Более интересный и красивый, если вас это интересует. Дальше выбираем пароль и подтверждаем пароль, введя его повторно. Также есть здесь have an invite code. You have invite code или не have? Конечно, have. Мы же собираемся начать аккаунт с 10 днями према и танком премиумным, ну хотя бы низкого левела, бесплатно. Мы же, как так сказать, хотим начать новую жизнь в новый мир, и для этого нам нужен какой-то там стимул и приятная вещь. Так, инвайт код мы выбрали, но вот инвайт кода у нас нет, где его взять? А мы берем и дописываем к вот EU, дописываем русскими инвайт код 2018, либо тот год, который вас интересует. Нажимаем на первый же сайт, вот info.ru. Это не реклама, просто на этом сайте, первый который сайт я зашел, на нем же и работает инвайт-код.
Может, на каком-то другом тоже работает инвайт-код. Вот тут какие-то тоже вот 3 дня према, 300 сигналов каких-то. Каких сигналов? Непонятно. Бонус-код на Новый год. Ну, что-то Новый год кончился. Короче, какая-то муть, я не знаю, там, если интересно, поищите. У меня нет времени перерывать 300 тонн Google информации. Я захожу на первый же сайт, поскольку этот сайт, видимо, больше всего людьми заходится-выходится, то этот сайт вверху поиска. Таким образом, мы уже как бы предполагаем, что здесь что-то есть интересное. Либо много заплачено рекламы, что этот сайт вверху, либо он рабочий реально. Ну и в моем случае бонус-код вот этот вот рабочий. Я получил 7 дней према, 500 голды, кстати, я еще забыл сказать. Ну и 3 дня према за прохождение полигона тренировочного еще дают. Итогово 3 плюс 7, математика там 99 класса, 10 и 500 голды сверху. Нормально. Ну и танчик, который вы выберете. Тут даже чечек есть. Шок. Ну, также есть для Америки инвайт-коды, для Азии там, для даже ру серваков, вот такой вот. Но это инвайт-коды только для создания аккаунта, они не подходят для тех, которые уже созданы, потому что это инвайт-код. Берем инвайт-код, который нам понравился, вот этот красненький, допустим, с Т27 127, не знаю какой он там. Берем его, вставляем, соглашаемся, нажимаем continue. Дальше вылазит окошко, что вам на почту, которую вы создавали в самом начале, пришло письмо. Вам нужно зайти в свою почту, которую вы новую создали, и вы ее сюда вот вписывали для создания этого аккаунта. Заходите на нее, там должно появиться письмо, и открываете его, нажимаете кнопку «Подтвердить аккаунт». Если там все по-английски, вы ничего не понимаете, и у вас Google Chrome, можете нажать правую кнопку и перевести на русский нажать. Ну и текст переведется на русский. Понятно, да? Итак, мы создали аккаунт с инвайт-кодом. Все офигенно. Итак, возвращаемся на вот.eu. Заходим на него, проверяем, где мы находимся, Европа, английский, все, класс. Нажимаем «Зайти» или «Мы уже авторизованы». Заходим. Ну и у меня человек спрашивает: «Варчик, а как купить или как вообще там премагазин?» Да вот, премагазин нажимаешь. И при том, когда я первый раз входил в премагазин, мне спросили, какую валюту я хочу или какая страна, там что-то типа такого. Я выбрал Россию. У меня все в рублях. На европейском премиумном магазине есть отличие в цене по сравнению с премиумным магазином России, Америки, ну и вообще они между собой по-разному. Поэтому имейте это в виду. Я просто показал, будете что-то покупать, тут не будете, мне все равно. Вопрос был, ответ вот. Так, это еще не все. Последнее, что нам осталось. Вы же не хотите качать клиент заново. Оно вам надо. Два клиента там туда-сюда совать непонятно что. Просто берем, закрываем всю эту шляпу. Заходим на сайт vgmods.ru. VG-шный сайт модов. Нажимаем категория внизу. Другое. Все четенько. Тут есть мультиклиент справа внизу. Либо можете мультиклиент вот в поиске вот так вот вбить. Оп, нашли мультиклиент. Можете вот здесь, в гугле там, мультиклиент. Оп, нашли там здесь мультиклиент. Нашли там мультиклиент. Но вот это рабочее 100%. Это VG-шный сайт. Тут все на мази, все четко. Берем, нажимаем кнопку скачать. Я не буду качать, смысл, у меня все установлено. Вот описание,
Вот комментарии, где-то тут, вот они. Хотите, читайте, разбирайтесь, что это за мод, что он делает. Вкратце, он добавляет сервера всех регионов. Вы просто заходите в игру, в вашу стандартную, ничего не меняется, ни ярлык, ничего не надо качать заново. Просто заходите в игру, и там, где вы всегда выбираете сервер, на который хотите зайти, там просто больше список и больше серверов. Вы заводите тот логин, пароль, который вам надо, на тот регион, в который вы заходите. Все. Очень удобно, мне кажется. И клиент не надо менять, и все у вас на месте. Все. Единственное, что когда меняются патчи, надо будет заходить, заново качать и заново туда его закидывать. После того, как вы его скачали, у нас появится архив. Мы разархивируем его. Там будет один. Там будет два текстовых файлика и один папка. Да, ясно, русский с 3 лет. Один папка с названием mods. Мы копируем этот mods и вставляем в корневую папку World of Tanks. Туда, где вы его установили. У меня D диск World of Tanks. У вас G может быть, G, T, D. Какой куда установили World of Tanks, там он у вас есть. Заходите в папку с игрой World of Tanks. Просто в корень игры, вот, никуда не заходя. Просто вставить или Ctrl-V. Все. Оно вставилось. Нажимаете, ну, точнее, надо нажать кнопку с заменой файлов. Все, оно вставилось. И все работает. Вот мы заходим в наш клиент Wargaming. Точнее, World of Tanks. И все у нас работает. Ждем, когда она там загрузит, прогрузит. Вот наша почта, логины, шмологины, все, что мы создавали. Сервер и пинг. У нас тут чуть-чуть электронная почта. Ну, чуть-чуть вот текст изменился. Нажимаем там, где всегда сервер выбирали. Листаем вниз. И, о боже, шок, что там вот это понапоявлялось, вот это вот. А это вот, вот ру сервера ваши. Можете в них зайти назад, погореть, там, жопу поподпаливать себе. Либо вот можете на EU зайти, можете на USA, можете на Сингапур, Австралия, вот China 1. Куда вам нравится, сюда заходите, смотрите чисто, что чем вы дальше от вас сервер, тем пинг будет жестче и все. Поэтому дело такое. У меня на Европе все четко вообще. У меня даже на RU9, RU10 там очень лагает, а на Европе все четненько, четненько. Гляньте, 60 пинг. Вот если тут по 20 с чем-то, то тут 60. Ну, чуть-чуть больше пинг, но играть мне приятней. С вами был Варчик. Играйте красиво, ставьте лайки, спрашивайте вопросы. Всем пока.